Всем привет, дорогие друзья, с вами Ломбарди, и мы продолжаем играть в Transport Fever. В прошлой серии мы удлинили наш основной маршрут пассажирского поезда. И теперь мы, у нас третья остановка в Маккини. И с Маккини мы запустили автобусный маршрут до Балтимора. Ну, в принципе, понемногу это все развивается, автобусы пустыми не ходят. Не ходят, это приятно, все там куда-то едут. И я очень надеюсь, что многие едут к нам. Я очень на это надеюсь. В принципе, у нас вот тут вот есть два города, да, мы когда-то их тоже соединяли автобусным маршрутом. И сейчас, ребята, надо запустить еще один автобусный маршрут. Создаем линию. Новая линия. Вот, начнем где-то отсюда. И вот таким вот образом мы заедем вот сюда. В принципе, 4 остановки, ну, нормально. А, стоп. Блин, ребята, а я и там неправильно маршрут прожил. Я там обратной остановки не сделал, да? Насколько я помню. Блин, вот это неправильно. Вот это я немного накосячил. Ну ничего, это мы сейчас поправим. Да, вот так. Вот так. Нормально, ладно. Так, берем. Закупаем. Все пока те же автобусы. И вот таким образом, бог его знает, там какое количество купил, где-то 7, наверное, да, 7, может 8, не буду сейчас считать, все, поехали. Так, ну а тут, значит, где-то у нас 11 маршрут, мы его должны поправить. 11 маршрут, так, значит, у нас последняя остановка здесь, и в обратную сторону я не выставил. Нет, неправильно. Вот, у нас посередине Балтимора у нас последняя остановка. И теперь мы выстраиваем это все дело обратно. Есть, готово. Поправили, и где там наш... Вот. Есть. Из Маккини. Еще одна остановка здесь, а только потом уже в Аустин. Так, все, теперь все должно работать как надо. Кстати, что там по финансам нашего поезда? Пока идем минус, ребят. Это становится печальным. Это печально, ребята. О, ну вот смотрите, да, у нас вот он уже тащит 52 пассажира, и это, походу, все едут в Маккини. И вот 7 человек, да, уже хотят направиться из Глендейли в Маккини. То есть, ну, в принципе, все хорошо, все работает. Так, мы запустили новый маршрут здесь. Так, все, он тоже там почапался, побежали, короче, да. Все нормально. Что у нас? Что у нас? У нас тоже должен был какой-то показатель по... по линиям, да, вырасти. Не, 27, а был то ли 23, ну где-то в этих же критериях был, ну ничего страшного. Население 654, вроде бы чуть-чуть подросло, не помню, не буду врать, вроде бы чуть-чуть, а может быть и нет. Но в принципе, да, дело идет, все, как говорится, так как надо. Но, ребята, но этого мало. Этого мало. Есть у нас вот такой город, как Флинт. И сейчас давайте по-быстренькому, да, займемся им. Все, в принципе, делаем так же само. Остановки. Блин, а что мелочиться-то, да, уже? Давайте вот этот последний город тут на краю тоже возьмем.
И вот таким вот образом. Есть. Все работает. Все отлично. Так. Хорошо. Ставим депо. Ставим депо. Ну, блин, ребята, в принципе, да, мы сейчас проложим маршруты. В принципе, мы все сделаем правильно, но... Я что-то сомневаюсь. Ну, это, конечно, будет рентабельно. Города расшевелятся, все заработает, да, но... Но, ребята, есть... Походу, маленькая проблемка. Ну, в принципе, я пока буду запускать маршруты и говорить вам о том, что я думаю и какая у нас, как говорится, будет проблема. Скорее всего, проблема будет в том, ребята, что... Города, поскольку не очень, да, то есть, ну, у них нет никакого развития, нету, то есть, да, какой-то промышленности, которая работает, да, и так далее. Поэтому я думаю, что, ну, конечно, будет рентабельно, города зашевелятся, многие переедут к нам, потому что у нас там все, как говорится, да, на мази, или в другие города, ну, которые развиваются лучше. Но, скорее всего, как бы, да, ну, плюс с этого по-любому будет, да. То есть, ну, надо, конечно, чтобы в город хоть что-то завозило, чтобы была хоть какая-то промышленность. Честно говоря, да, я хочу сделать именно такую, да, карту, которая, ну, отыграть всю игру так, чтобы, блин, где-то линия. Отыграть так, чтобы это все было рентабельно. Но поскольку я тоже немного неправильно начал, я понимаю, что это будет сложно и не очень уж так и интересно. Поэтому, конечно, это опять же, я повторюсь, это будет рентабельно, это будет работать. То есть, ну, города зашевелятся по-любому. С этого будет плюс. Многие, я же говорю, переедут к нам. Города начнут чуть развиваться, потому что... Хотя, в принципе, да, ребят, все правильно. Города-то будут все равно развиваться, потому что, ну... В город начинают приезжать новые люди и так далее. Линию, поэтому, как бы, ну, плюс будет, ну, скажем так, средний плюс. А чтобы иметь большой, то сам город тоже должен развиваться. Я думаю, это работает примерно так. Возможно, я ошибаюсь, я нигде это не читал, то есть нет каких-то таких именно подтверждений этому и так далее. 47 человек катится, нормуль. А тут что у нас? Кто куда? В Маккини 24 человека. Вот, видите, то есть, ну, то есть Маккини тоже, блин, значит, ребята, я все-таки ошибался. Маккини тоже, как бы, да, такой городок, мы ничего в него не завозили, ничего там такого примечательного нету, и мало что там работает, да. Мало что там работает, но вот сейчас вот, да, мы видим, что... У нас дело движется, да, люди туда-сюда начинают передвигаться. Что-то по населению было вроде не очень много, да? 278, ну, наверное, подросло, наверное. Использовано линии 49. Не, ну, ребята, есть большие плюсы в этом. Есть большие плюсы. Сейчас еще подтянутся эти города. Тут 199, а было меньше, было вроде бы 188, если я не ошибаюсь. Нет, 188 было тут, то есть сейчас у нас на одного больше, то есть, да, все-таки как-то это все дело развивается. И плюс только приехали, ребят.
только приехали наши автобусы сюда. Плюс пока пересяду, доеду туда, куда им надо. Блин, ну движение пошло прямо. А что вообще по рентабельности линии? Блин, ну смотрите. Пуски уходят в минус. Причем такой нормальный минус, да, на полляма. Ну, я думаю, это и все из-за стоимости эксплуатации. Вышел он нам сильно, сильно дорого. Но все-таки плюс не минус, как бы. Ой, точнее, какой плюс не минус, то минус-то идем. Ну, я думаю, это все дело времени. Я думаю, так. И давайте напоследок, да, сегодня еще посмотрим, что у нас там по самолетам. Самолеты, самолеты, самолеты. Вот у нас один самолет идет на 250 тысяч плюс. Ну, в принципе, неплохо, неплохо, но я предлагаю заменить его. Где-то тут была у нас замена, да, заменить его. Вот, у нас есть вот такой Боинг. Боинг, это же правильно, или что это? Я не очень разбираюсь в самолетах, но большой, красивый, наверное, Боинг. Вот так. Приносит нам достаточное число. Да, и давайте вот сейчас рассмотрим наш новый самолет. У этого сколько вместимости? 15 человек. 15. В принципе, нас уже 20 штук, и я уже не раз видел, что наш, да, примерно. То есть мы не всех могли увезти. А это берет 21, то есть вот как раз, по идее, оно должно все выровняться. Вот такой, ребята, у нас новый Боинг. Новый Боинг, кстати, аэропорт я улучшил. Он стал побольше, да, был совсем маленький. Так, что у нас с этим? Вот у нас был вот такой аэропорт, стал побольше, да, ну, нормально. Пока, ребята, это все нормально. Что там наш Денвер? Ну, неплохо себя чувствует. Неплохо. Вот видите, то есть тут тоже залежка, да, и здесь залежка. Все это из-за того, что мало, ребята, мало машин, или машин может быть достаточно, но они мало могут перевозить грузы. Кстати, вот из-за количества машин, вот карьер завод Аустин и карьер завод Глендейли упала наша прибыль с них, она была по ляму, да, когда это все увозилось в большом количестве. Ну, сейчас-то все чуть поменьше. Чуть поменьше, потому что машин много, а товара маловато. Товара маловато. Вот, видите. То есть, ну, блин, в принципе, потом мы можем спокойно уменьшить количество машин, да и все. На этом проблема-то и будет решена. Ну, ладно, ребята, на сегодня все. Ставим лайки, подписываемся на канал и ждите новых выпусков. Мы продолжим дальше соединять все города.